Тупой на юг. Кто-то падает. Рубль. Да нет, похоже, там самолет какой-то падал. На колени падает. Так, рубль наоборот вроде поднимается более-менее сейчас. Нет? Я не знаю, но гривна падает. Так, вот я... зеленая это кто? Группу. Это я нарисовал для одной группы. Угу. Сейчас для второй. По полю более-менее только очевидно. Не, вторая может, конечно, пойти по синей стрелке. Так, ну, проводники нужны. С выкрученным экраном. Мне экран нельзя сбивать. У меня темно будет. О чем он говорит? Я не знаю. Выкручивать экран по яркости. Ну, нельзя выкручивать, нельзя. Победу любой ценой, что ли? У тебя читер? Или я не понял. Так, вот так на канале. Бонзай, 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 бонзай. Тут есть ограничения по времени или нет? Нет, вроде. То есть где-нибудь будет на базе сидеть один шкет. И мы будем его ждать. Ну хорошо. Да. А где вы миссию завершишь? Там. Вот меточку, да, увидишь? Нет. Ну хорошо. Я сейчас вам еще запущу в редакторе, поэтому говори, где. Не лень запускать еще одну одному. Где-то на севере. То есть на юге? Ладно. Ну да, где-то на юге. Так, ну, соответственно, Альфа это у нас первая группа, Браво это вторая группа. Можно во вторую. Если во вторую группу, конечно, нет своего какого-то гениального плана. Так в этом и гениальный план. Никто не ну был план сначала в лес, а потом из леса. Ну, вы можете не прям по полю бежать, а немножко взять западнее, через опушку пробежать, чтобы вас не было так. Чтобы мелькало, елки мелькали, и не сильно вас видно. Учтите, что у вас FG-42, она это как винтовка, по сути, Мосинка, только в автоматическом режиме. Так, у них там прожектора стоят. Дикая штука, если честно. Она, они без оптики же, да, ты поставил? А то это, так все видно при прожекторах, пиздец. Не, у них они будут освещать. Ну так все видно, очень даже видно. Еще я еще не зашел с МГ-42, офигеть. Все, а с Доник ушел мячик играть, понятно. А вы уже зашли в эту самую игру? У меня пока карта. Перешли. Перезайти, что ли? Да не стоит, у нас тоже это карта. Это брифинг идет, карта. Так, ну давайте, так мы готовы. Поехали. Через капслуг будем это общаться-то как? Кстати, карта я увидел. Скайп, скайп запускай сразу и общаемся. Обычно мы с Петросян. Обычно на скайпе сидим. Не, нельзя без плагина, потому что... Ну сиди на скайпе, господи. Блин, вроде все с хэшем хорошо, блин. Чё нарывается? Повторите, какие носочки ставите? Какие точки? Сошки. Ну, сошек на этих нет, на FG-42 нет сошек на данной модификации, по-моему. А на пулемете есть. А как ставить? А как ставить? Shift пробил. Я же, по-моему, уже говорил. Нет. Так, что там, они готовы? Не с Питера шел узнавать, где он мастер. АСД, это вот у него такое имя, значит, АСД, да? Ну как одевать броню? Молча. Ну молча, ну как? Да. Среди недели включить арму, запустить редактор, поставить себе юнита, ящик и потестировать все. И посмотреть. Вот так. Желательно на игры приходить уже, хотя бы что-то знать. Потому что, ну... Или среди недели у нас там играет народ, тоже так же делать. Заходить, спрашивать у них. Они сейчас на брифинге, когда ожидается план, и задавать вопросы о том, как это сделать, как то. Каждый день играем. Ну вот. А Сдоник подошел и вышел сразу. Ну, отлично. Семеро одного не ждут. Да, Ник там с Фитер ушел, миску вскрывать.
Кто его научил? Да. Не, ну я могу, конечно, монитор выкрутить. Ну и что, видно вообще ни хера. Сейчас все сделаю, ребята. Сейчас все будет, да? Я могу вам сказать. Надо играть в окне и настройками драйвера видеокарты просто. Ну, репит, ты же не записываешь. Кстати, на крик переходим. А я тебе даже больше скажу, при записи ни хрена не будет, будет все как надо. Темно и ни хрена не видно. Нет, я не про это, я про то, что у меня картинка уменьшается в размерах, а мне у меня и так экран не супер большой. Атаку! Подожди. Нет, еще нет, рано. Надо сориентироваться, где мы вообще находимся. По карте мы где? Где по карте? Да. Окей. Покручусь, найду нужный поворот, и мы пойдем туда. Юг? Мы по какой точке идем? На 150, мы заходим по первой, с да? поворотом, по да. Поворотом. Главное не это, не пропустить наш поворот, а то мы уйдем. 150 слишком многовато ты взял. 60 даже. 100... Да, 160. Тут идем, короче, все, 160. 55, Паша, 155. Пошли, пошли, пошли. Не на картах, а нормально. 155, держи, и будет ништяк. Реально будем двигаться. Так, у меня еще контрастность же есть. Могу контрастность улучшить. О, это вообще классно. Почти как днем. А, только цветов нету. Да. Вот там. И глаза ломаю. Какие яркие цвета. Сколько сразу читов повылазило людей. Я там прописал этот запрос к Адону, и сразу все повылезали. Пингона нет, не пропустить нам. А там просто, нам до камней добежать. Крик включи. Камней добежим, а там уже сориентируемся. Нам вон этот деревушка на 110-105. Вот дальше еще бежать. Пингона своих не перестрелять. Звук FG-42 раз сейчас слышали, тут на респе был. Вот это этот звук это наш. Богу мы тебя перестреляем. Значит, в гору подтянемся, будут первые камни, а дальше. А там впереди лесополоса какая-то. Правильно. Как раз на ней будут эти каменные насыпи. А, понял, заборы эти разрушенные. И один камень будет, да, и один камень. Но нам это дальше. Прикол, это прикол такой, один камень в темноте найти, да? Ну там рог такой, он нарисован, что серьезные дивоны, по-моему, я уже вижу их. Да вообще по свету можно ориентироваться, там зарево такое. А ты еще скажи по звездам. Да. Уже стреляют, кстати. Я не слышу. А я слышу. Это GSRS что ли? Нет. Так, внимание. Чего? У нас на 3 часа камни. А, то есть мы уже пришли, да? Не факт. Это, скорее всего, камни... А да это, уточнить. Которые в низине. Мы, по-моему, первую гряду прошли только. Первая гряда. И камня. Это первая гряда, да, дальше двигаемся.
Вот я поставил зеленую. Еще красный рамбик. Вот видишь красный, по-моему, здесь. А, репит. Репит. Ау. Ладно, вперед пошел. Есть тут кто? Вообще, где все? Yeah.
Блин, опасная штука. Возьми карту, что дали в жопке. А пулемет не свой? Не, у меня он тоже убил. Это МГ вообще. БЗ, тут нечестная игра. Короче, наш направил фонарь на нас, где мы лежали. Да это фигня. Нас же фонарь. Гусь. Таких нахрен банить надо. Да он не знал. Стрелял бы по фонарю. Да. Да какой, я его не видел, он только он убил. Текстуру, сука, слепит и все. Да, он этих светил. Посмотрите, респы там какой-то дурак светил. В смысле, кочегара, он же за красный. Да. А че, но он не знал, что мы там прямо светили. И че? А, то есть, имеется в виду, он не должен был туда свистеть? Мы специально там вырубили, костер потушили, наш фонарь. А, ты имеешь в виду за красную кого-то, за красную сторону? Да, мы вырубили там. Да успокойтесь вы. Да какой успокойтесь, блин? Да он не знал. Успокойся, вы что-то. Меня гранатами закидали и взорвали. Я не от этого. Он же фонарь спустил. Вай. Я прям в башку приду. А кто через лес? Я сделал один выстрел и он упал. Я, наверное. Очень удачно. Эйм сработал. А фонаря не закрывается? Я пытался погасить. А, вот, погас. Всё, вот он погас. Вот, репит погасил. Ну, сюда фонарики надо добавить ручные, потому что без фонарика, конечно, жопа. Даже обозначение никакое не сделал. Да и будут по этим фонарикам сразу стрелять. Нет, ну имеется в виду, когда вот так уйдут, то понятно. А когда вот движемся, я вот репит ушел, группа ушла наша, я потерялся. Я пока на карту смотрел, все. Миссия ни о чем. Ну, надо посветлее нужно сделать, она темновато. Какой импактовый звук стал. Так, по-моему, оккупант заблудился. Он в кашке. А, нет. А он вообще... Он потерялся. Бедняжка. Переброшен, имеется в виду, или нет? Да. За шаурмой пошел. Сейчас напишу, спрошу, потерялся ли он. Такой увлекательный геймплей. У кого? Кстати, можно на гражданского переключиться. А, и? И увидеть кое-что. 5-4 бонзай. Карту отдалить. Ясно. Из будущего. Привет из будущего.
С розовыми танками? Все открыто. Понятно. Ящики со всем снаряжением. Потерялся, все. Ну, это надо добраться еще туда. Вот эти фонарики, да, ручные, да, добавь? А то нам это искать сложно. Сигналы можно подавать хотя бы. Неужели во Вторую мировую не было рации? Были? Ночь посветлее бы сделать. Вообще ничего не видно. А когда прожектор в лицо, вообще ничего не видно. А, ну конечно, да, там были рации. Огромные. Ой, на зенитке там уже двоих положили. Ой, Демьян там какую-то елку залез. Не застрянет даже. Вот стреляли же, решил еще раз сесть. Блин, цель еще лайк, бежит прайс, стреляю с другого человека, снова подбегает передо мной прайс. Что он подбегает? Никому не трогаю, прайс прямо на меня подожди направляет, это такое еще лучше. Спит. Что? Почему ты не отомстил за меня? Потому что вот ПЗ. Веда скинул гранату на респе, меня убил. Потом Ахнокин гранату на респе убил Каркарыча. Ну что такое? Я думаю, опять тебя убил. Так, ну у меня это уже можно забанить из-за читы. Спитера летит. А спитер вообще перезаходил. Да. Потому что меня убили. Какая разница, что ну, не слот не дали, человек слот меня отдал. Не что, добили? Читы. Махну гранату кидаю, потом еще прибежали сюда, еще раз кто-то гранату кинул. Спитер, ты знаешь, что делать? Блин, провалялся в поле, так... Паш, можешь со мной кидать минус, лезь, я их забаню двоих. В правом поле делай, ты знаешь, как надо делать. Тем более записываешь. Еще создавать бы что-то, ну ладно. Ну... Питер, что, кто-то что-то сделал, надо тоже что-то сделать. Жизнь я создал только гомункулу и все. А? Блин, да я лампу выкинул. Демьян кого-то убил? Прям на прожектор смотрите. А, это липида. Кашигар, ты пухучка. Не, слышь, почему? Ты направил на нас самый фонарик. На вас? Да. Да. Ой, Прайс вообще спрятался. Чего а, нет, вы меня в лесу-то кинули, а? Оккупант. Че, Прайс не видел Демен? А не видит Демен, что ли? Там окопы высокие, понятно. Так ему свет мешает, он прямо на него светит. Да. Он там уже полчаса стоит, на этот прожектор смотрит. Кто кого пересмотрит, да? Да, да, да. Хотя бы его уничтожить, я не знаю. Очень легко подходит. А Прайс самолет, что ли? Зря он это сделал. Димен, я ничего не убивал Дэйва. Стрелялся. О, на краба мы стреляли. На краба настреляли? Еще не, он там бег... Кто-то там в лесу бегал, вот где краб. Вообще отрабатывали. Демьян, ты на прожектор смотрел в надежде того, что он тебя отвернется? Что-то оккупант. Бежал. Слышал выстрелы и обратно побежал. У вас злоник там пистолета стреляет. Да всех разбан. Свои. О, фонарик есть, точно.
Все. Что-то у меня все почернело. А не, они все. Гидюха сгорел в штучке. Почему мне плохо? Бонзай. Эх, не успел. А он это вышел. А. Интересно, оккупант умрет или нет? Все, краб. А, нет, краб убил кого-то. А кто, это? Кто это такой негодяй? Он один, что ли, там всех расстреливает? Не знаю, наверное. Прайс, наверное. Прайс да. Какой зряч. Меня, походу, добивает. Ой, что-то бот очнулся на базе. Че у вас за бот на базе, Джеймс Бейкер? Бедняга. Нет, он только что встал, он сидел. Оккупант придет. На звуки идет. Там разве, да. Краба убили? Сейчас оккупант. Я и сейчас ничего не понял. По-моему, это КВЖ какой-то. А Эздоник там что задумал? Да меня. А что ты краб не понял? Я его наводил так-то Эздоник. Че куда? На чё? Не понял, зачем так темно. Понял, зачем без рации, например. И одновременно без рации еще понять можно, вот темно, вот так зачем. Где теплаки? А чё с этим Прайсом, что-то не понятно. А что за арбалет спереди у него? А, он на что-то сел? Воздуха. Вертушки? Да. Там он бонзай сказал гражданского включить. Ух, что налетает вообще? Я кого-то на прожекторе убил, что ли, получается? Да? Да я, короче, я там репит убил. Такой, сажусь на прожекторе, ты будешь стрелять, я прячусь. Потом решил снова встать, а он сломанный вообще был. Прайс, негодник. Я смотрю, такое укрепление штурмовать ночью, это, конечно, сложно. Не, прикольно, прикольно. Мне понравилось миска. Нет, нормально. Ну, надо фонарики какие-нибудь добавить, потому что, репит, вы ушли, я потерялся. А я всё. Тебя что-то звал, и... А я думал, ты вперёд. Я стою в карте, втыкаю, говорю, и потом спрашиваю у тебя, а меня никто не отвечает. Ты? Я карту выключаю, оглядываюсь по сторонам, а никого нет. В смысле, мы добежали до камней, как, ну, бежали до гряды, до первой ориентировочной точки. ДВ добавить, я не знаю, КВ добавить. А там Слендер такой стоит. Да, я думаю, ну, понятно. Что там забыл пацана в кусте в одном? Александр, кто? Да посрать. Что кричал, Форд жив еще или нет? Нет, ты не жив. Я был жив. Отвечу. Я был жив. Был. Ты не жив. А меня кинули. Пойправь, какой-то воздух вообще поднял свое дуло. А Здоник что там осветительными кидается, что ли? Угу. Да, у меня пистолет забрал. А я не понял, а Бонзай эту дорогу сюда провожил, я так понял, или она была? Провожил. Нет, у меня получение на карте. Долго они лежат, так вон. А, да, видишь, да, начинаются не пойми откуда. Ага. Так это же взлетка вообще-то. Ну. А, взлетка даже так. Да, видишь, там даже есть сигнали огни, прям технологии нано. Я вот с самого начала взлетки без олда сюда. Человек постарался. А чё, эти... Светы чё, никто не вырубал, что ли? Я вырубил. У меня ощущение, что я один по ним стрелял. Да и ты меня убил, когда я садился заодно. Так она уже сломана была. Но это, видимо, когда я тебе это уже... Ближе к моей смерти там. Да-да-да, я спрятался. Потом когда бежал. Собрался, когда бежал, я уже это... С другой стороны стрелял, по-моему. Так, а пилот один, только прайс? Да? Что там как-то неосторожно действует. Он тут убил, не знаю, сколько уже людей. Ну, да, я забыл, что он пилот. Да. Теперь убийца-пулеметчик. Рексар идет ему на помощь. В принципе, чем он его не убивает, непонятно. Блин, потому что ничего не видно, я внутри бегу. Да, о, да, уже. Да? Да, нет? Все заминисовал. Нет. А ну да. Ну как нет? Пора. Так пилот умедленно, да. Темно остался взорвать все это остальное. Ой, знак прям бежит по свету, как будто что? Куда? Иисус. Да. Ну прайс так технично на меня прожектор направил, когда я оббежал всю эту гору. Немножко. Он знал, куда направлять. Да, да, да. Четыре парши помогли. В этом гамма выглядит там 200%. Так я так и сделал. Как ты гамму выключиваешь? Только ты там можешь стрелять, не можешь?
Нет, могут? У меня на мониторе можно яркость покрутить. Я все время с яркостью когда на максимальной. Правда, потом глаза начинают болеть, но это недолго было. Меня быстро убило. Повернул обратно. А ты посреди поля, что ли, остановился? Ну, я остановился, мы вот первую остановку сделали, где там заверялись. Ну, метка где стоит, короче, скорее всего, примерно там, и все. Я тебя что-то звал. Кто-то сказал, он вроде убежал, там кто-то вперед. Я думаю, ну, понятно, может быть. Ну, ясно, как это, слухи распускаются так же. Да-да-да. Такая же хрень. Не, ну, хотя мы возле насыпи собирались и стояли. Народ очень технично начал сливаться в правую сторону. Прям, знаешь, так их манило от маршрута уйти. Так, они будут собираться что-нибудь взрывать, или они будут по ёлкам сидеть? Кажется, они забыли. О, пошёл с щиты на мониторе. Нашли Азденика? Нет. Кнопку нажимаю на мониторе, у меня чё, весь монитор становится белым просто. Поздравляю. Кстати, видно лучше. Ну, белый, да, он всегда сейчас будет лучше. Плохо, сейчас будет плохо, Азденик сел в зуху. Азденик, ты чё, по самолётам хреначит? Оккупант минус. Да. Бежал и умер. Ой, чё ты загорелась даже? Кобра? Не. А не, там какой-то полуторка или что такое? Ну, оккупант, ты знал цель задания? Ну, по-моему, вообще ничего не понимал. Прибежать, умереть. Оккупант. Понять и простить. Он в шоке до сих пор. Бежал, прибежал и умер. В болевом. Краешек показался, Азденик. Да, по самолету выстрелит, да, Азденик, правильно, хорошо, как раз человек там сидит. Во-во-во-во-во. Ты ж хитрый какой-то, точно. Кого он там убивает? Роксара. Че, у меня все трупы резко исчезли. А бот что? Так, кто-то вышел, кто-то на Азденика сейчас. А что за поп? Что за поп? Что, достали его? Под зай, что сейчас? Достали. Да. Банзай, что за щиты, скажи мне? Да нет, Банзай, тут. Вы тоже видите попа? Свидой. Да. И там техника еще стоит. Она вся открытая. Да, то есть, типа, кто хочет добежать? Да. Только карта не удастся воспользоваться картой. Да сколько бежать туда лет? Рексар. А, он зарычарку походу ищет. Рексар? Ну, что-то он, да, в ящиках там. Да ему написали уже туда. Опа, это кто так? Это Хатап. Да, это был тоже походу написали. А, что атака, что-то перестала атаки быть. Всем написали, да? О, здесь уже можно играть тебе без этого. Без значимого видео. Да, видимо. Горит. Неплохие осколочки. Дико зубасит прямо в бадил вот этот там, в елку. Ой, он молодец, шарик подошел к горячей горит. Технике. Или она не горит? Это сделал. Да можно сгореть. Так, не похоже, чтобы он горел. Сейчас долго под нее еще подлезет. О, давай на открытое пространство вылезай, давай. Не, он за этой. Там маград. Там насыпуха, он за насыпуху. Сейчас напишут. Сейчас Рексару напишут. Да. Че, он там пулемет взял? Ну. Да, против звуки. Ну, наверное. То, что ему пишут. Стихи. Любовные. А Прайса его. А, Прайса убили. Угу. Я так понял, где-то там в елках, который лежал, да? Да. Да, он прям перед тобой. Тобой был. Нет, он перед тобой был. Думаю, за забором. Смотри. Смотрел, уже нечем смотреть.
Ребятам что? Ребятам охранять нужно все. Что, без перчатки что ли были? А из пулемета что, самолет упал? Думаю, стоит напомнить цель задания. А, ДБ. Да-да. Паша, из пулемета самолет не пробить? Можно. А чё? Долго стреляет. А все самолеты или один? Все. А. Все полез на смерть. Ну а Сдоник давай. Давай, Сдоник. Не будет. Не, не туда стреляет. Проверяет. Потому что Арксарту помнит задание, а вот Аздоник нет. Все, блин. Точно. Да. Блин, что за забей? Я просто АИМ. Ну почему нельзя было положить взрывчатку на базу? Я ползу, не могу найти, блин. Пожалуйста, взрывчатку, если будет еще раз это не сделать. А самое веселое, что набирало мне Арксар, на какой ты глубине? Ой, выехал, нормально. Ерост убил. А я убил Ерост.